Место преступления, дополнение, нуар, правила игры. Добро пожаловать в постный военный Лос-Анджелес. Вашему детективному агентству предстоит столкнуться с грязным шантажом, беспринципными гангстерами и жестокостью голливудских сплетен. И все, чтобы раскрыть загадки, которые подбросят вам клиенты. Ищите улики, проникайте на места преступлений и попытайтесь разговорить свидетелей. И будьте начеку. Иногда тени, в которых вам придется скрываться, могут оказаться слишком темны. Состав игры: 15 планшетов локаций, 30 персонажей, 10 карт особых предметов, 4 карты действий. Бесплатное приложение. Для игры требуется бесплатное приложение, которое можно скачать в App Store или Google Play. На данный момент требуется Android 4.4 или более поздняя версия iOS 8 или более поздняя версия. В будущем системные требования могут измениться. Вам достаточно всего лишь установить приложение на телефоне или планшете. Без приложения играть невозможно. После того, как вы загрузите приложение, интернет-соединение для игры не требуется. В приложении можно будет выбрать русский язык. Подготовка к игре. Место преступления нуар — это не самостоятельная игра. Для игры вам потребуется базовая версия места преступления. Подготовка к игре с этим дополнением повторяет подготовку к игре, базовую версию со следующими отличиями. Первое. Используйте входящие в дополнение планшет локаций, карты особых предметов, карты персонажей и действий. Вы можете с легкостью отличить их от компонентов базовой версии по символу шляпы. Из базовой версии места преступления возьмите карты улик, поле для улик и некоторые карты особых предметов. Второе. Распределите 4 карты действий между игроками так, чтобы у каждого из них оказалось одинаковое количество таких карт. Союзники и стартовая локация. В этот раз вы не полицейский, а частный детектив. К счастью, у вас будут союзники или осведомители, которые смогут помогать вам в расследовании. Журналист, судмедэксперт или ваш секретарь. В зависимости от сценария вы сможете воспользоваться услугами того или иного союзника. Вы можете позвонить им из стартовой локации своего офиса. Но учтите, что, как в книгах и фильмах жанра нуар, любой союзник или друг может внезапно исчезнуть, предать вас или даже стать жертвой убийцы. Об игре. Действие нуара разворачивается в Лос-Анджелесе и Голливуде периода после окончания Второй мировой войны. Это было время, когда мужчины и женщины, а также многие социальные и этнические группы не имели равных прав. Мы постарались сделать персонажей дополнения как можно более разнообразными по взглядам социальной и расовой принадлежности. Прототипами для некоторых из них стали звезды послевоенной Америки, оказавшиеся впоследствии забытыми. Некоторые персонажи и их образ действий отражают мировоззрение, не всегда совпадающие с мнением авторов игры или редакции. Тем не менее, оно является важным элементом сюжета и воплощает дух времени. А 50-е годы очень отличаются от нашего времени. Узнать больше об историческом контексте дополнения нуар вы можете на последней странице буклета правил. Карты действий. Новая механика.
В дополнении «Нуар» доступны 4 новых способа ведения расследования. Когда вы захотите использовать одну из карт действий, просканируйте ее. Однако учтите, что использование карт действий в неподходящих ситуациях может иметь негативные последствия. Запугивание. Допрашивая персонажа, вы можете проявить жесткость и оказать на него давление, чтобы получить информацию. Просканируйте карту запугивания во время допроса персонажа. Возможные последствия. В ответ на запугивание некоторые персонажи могут попытаться отомстить или даже напасть на вас. Взлом. Вы не всегда сможете попасть куда-то через главный вход. А иногда будет просто невыгодно. Вы можете попробовать проникнуть в такую локацию незаконно. Просканируйте карту взлом, находясь в локации, в которую вам не удалось попасть более простым путем. Возможные последствия. Если вы незаконно проникли в локацию, вас могут поймать и посадить в тюрьму. Или даже убить. Слежка. Слова часто лгут, но поступки никогда. Вы можете шпионить за персонажами и выяснить, чем они занимаются, когда вы их не допрашиваете. Просканируйте карту слежка, находясь в одной локации с персонажем, за которым вы собираетесь следить. Просканируйте его карту, чтобы подтвердить, что вы хотите следить именно за ним. Возможные последствия. На слежку уходит время. Много времени. Подкуп. Вы можете подкупить персонажа, чтобы разговорить его или заставить отдать вам какой-то предмет. Просканируйте карту подкуп во время допроса персонажа. Возможные последствия. Каждый раз, когда вы будете использовать карту подкуп, вы будете тратить $20, а ваши финансовые возможности весьма ограничены, и заработать доллар-другой будет непросто. В приложении будет отражаться сумма денег, находящаяся в вашем распоряжении на каждый момент игры. Когда деньги заканчиваются, вы не можете больше никого подкупить, пока не заработаете еще. Ход времени. В мире дополнения места преступления «Нуар» фактор времени очень важен. Магазины, бары и другие общественные места открываются и закрываются в определенное время. У персонажей есть свои планы на день, и в какой-то момент они могут оказаться недоступны для разговора. И офицеры полиции, и преступники могут вернуться на место преступления и арестовать или убить вас, если вы там окажетесь. В большинстве сценариев вы должны раскрыть дело за ограниченный промежуток времени. Если время истекло, а вы не успели разгадать тайну, вы можете не отвечать на вопросы в конце игры и начать расследование заново, сыграв с самого начала. Особые события. Ваши действия и поведение в игре могут иметь разные последствия. В зависимости от того, как вы будете себя вести, о чем разговаривать с подозреваемыми и какие улики предъявлять, зависит реакция и дальнейшие действия каждого из них. Злодей может узнать, что у вас есть улика против него. Потенциальный свидетель проникнется к вам доверием и начать сотрудничать. Подозреваемый стать вашим союзником, потому что вы предлагаете ему то, что он хочет. Когда вы теряете или отдаете персонажу предмет, вы можете сохранить карту с ним в качестве улики. Поэтому даже если вы отдали одному из персонажей важный для расследования предмет, вы все еще можете спросить о нем другого персонажа. Конец игры. В отличие от базового места преступления, в дополнении «Нуар» у вас может быть клиент, но нет начальника. Ваше расследование обычно завершается, когда вы встречаетесь с клиентом в своем офисе, чтобы закрыть дело и ответить на вопросы. Нажмите «Раскрыть дело». В сценариях «Нуара» вы будете дополнительно вознаграждаться за количество раскрытых сюжетных линий. Также в ходе расследования у вас будет возможность добыть деньги тем или иным способом. Поэтому если вам нужен еще час, чтобы расследовать второстепенную сюжетную линию или подзаработать, хорошей тактикой будет не спешить с завершением дела. Что такое «Нуар»?
Термин «фильм нуар» происходит от французского «черный фильм». Нино Франк, французский кинокритик, ввел его в 1946 году. Этим термином обозначают черно-белые голливудские криминальные драмы со своеобразной стилистикой, в сюжете которых уделяется особое внимание циничным взглядам и скрытым мотивам героев. Визуально жанр берет начало в немецком экспрессионизме. Он охватывает черно-белые фильмы, снятые в период с 1940-х до конца 1950-х годов. Такие как «Мальтийский сокол» Джона Хьюстона, «Двойная страховка» Билли Уайлдера, «Леди из Шанхая» и «Печать зла» Орсона Уэллса. Некоторые из них снимались как второсортные малобюджетные фильмы, а их создателям приходилось соблюдать этический кодекс производства фильмов 1934 года, кодекс Хайса, а позже требования маккартизма. Все эти ограничения заставляли сценаристов и режиссеров быть более изобретательными. В этом их задача была похожа на ту, которая стоит перед разработчиками игр. Найти компромисс между творчеством и техническими условиями. Литературное влияние. Многие фильмы той эпохи были сняты по сюжетам романов или сценариям классиков жанра крутого криминального драмана. Таких как Дэшил Хэммет, Джеймс М. Кейн, Реймонд Чандлер и Уильям Айриш. Наследие нуара. Фильмы «Бегущий по лезвию», «Темный город», «Китайский квартал» также следуют жанровым законам нуара. Голливуд вернулся к этому жанру с фильмами «Секреты Лос-Анджелеса» и «Черная орхидея», снятыми по одноименным произведениям Джеймса Элроя, а также с картиной «Поцелуй на вылет» по роману Бретта Халидея. Тела там, где вы их нашли. От авторов. Конечно, нуар — это пленительный мир частных детективов, роковых красавиц, мафии и продажных полицейских. Но при этом он проникнут цинизмом и пессимистичными воззрениями героев, типичными для послевоенной Америки. Здесь все не то, чем кажется. Что значит добиться успеха? Иногда раскрыть преступление, заработать денег или постоять за правое дело. А иногда просто выжить.